За 13 лет существования турнира «Кубанская весна» вышла из клубного в состязании международного уровня. Побороться за главный трофей приезжают сборные с разных континентов. В этом году сыграют молодежные сборные девушек из Ирана, Румынии, Беларуси, Азербайджана, Казахстана, Словении и России. Национальная сборная представлена двумя командами – основной и от Краснодарского края. Костяк двух сборных представляют воспитанницы футбольного клуба «Кубаночка». Первые матчи группового этапа пройдут уже завтра на полях «Спутник спорта». Итоги полуфинала подведут 24 марта. А вот на следующий день состоится финальный матч. Лидирующие команды встретятся на центральном стадионе города. Я очень рада, что гостеприимный город Сочи и гостеприимная база «Спутник» нас ежегодно принимают в этом прекрасном месте на берегу Черного моря. В этом году немножко отличается от прошлых годов. Финальный матч турнира мы планируем проводить на стадионе «Югспорт», то есть и планируем, что будет достаточно большое количество болельщиков, и это событие также станет отдельным событием в рамках этого турнира. Напомню, в прошлом и позапрошлом годах победу в финальных матчах одержали футболистки российской молодежки. Они взяли верх над сборными Украины и Словакии.